Так, друзья, всем привет! Приехали мы за ветками для коз. Тут, где у нас была упавшая осинка. Вот, кто-то там еще, да, кто-то уже есть ветки там, да. Потому что козы очень хорошо едят эти осиновые ветки. Так же, как и еловые. Пока у нас появилась возможность съехать на мотоблоке, вот мы приехали. Взял с собой фискар, попробую, как будет осинка, может, оттаяла, как она будет колоться. Поехали! Там и топорик есть, если что. Топорик есть внутри. В бардачке, да? Корм для коз. Вроде колется, но еще не совсем она оттаяла полностью, потому что местами топор отскакивает. Надо сказать, что одна труба справляется с тем, с той водой, которая приходит, успевает уходить. Я боялся, что не успеет. Все хорошо пока.
задним ходом на блокировке вот заехал. Лежит еще снег полностью. Там дальше чуть ниже нету. Тут пока довольно глубокий. Дальше думал к дровам подъехать, где мы березу резали. Там нужно дорожку будет немножко сделать. Но похоже, что сегодня я туда не поеду. Очень любят козы елки. Сколько даже кругов набежал, а, Громик? Громик? Буду пробовать выезжать. Думаю, что вниз выеду.
накатались на мотоблоке. Что-то в конце перестала выключаться блокировка колес. Надо будет на следующих выходных посмотреть. Очень трудно, конечно, нам на блокировке рулить, маневрировать. На этом сегодня все. С вами был канал «Хуторянин выходного дня». Всем, друзья, пока. До новых встреч. Всем мира, добра. Будьте здоровы.